Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу вам, как вывести жирное пятно с балоневой куртки. Конечно же, сейчас у нас образ жизни такой, что мы можем кушать на ходу и нечаянно зажирить нашу куртку. И нужно знать, что чем быстрее вы начнете действовать, то есть убирать это пятно, тем, конечно же, легче и быстрее оно уберется. Если вы увидели, что жирное пятно попало на куртку, то не нужно его тереть ни в коем случае. Нужно взять какую-то салфетку, может быть, сухое полотенце, да, и очень аккуратно удалить остатки пятна. Не втирая, а очень аккуратно промакивая и тихонечко убрать просто излишки этого жира. После чего нужно взять, например, обычную соду. Не нужно замачивать всю куртку, лишний раз этого делать не надо. Нужно просто тихонечко смочить тот участок ткани, какой у нас зажирен. Смачиваем этот участок и засыпаем либо содой, либо можно даже использовать детский тальк, можно использовать также и крахмал. Еще отличным средством подойдет и несколько капелек средства для мытья посуды. Это тоже отлично уберет жирное пятно. Также нанесли несколько капелек, можно с помощью ватного диска, и оставили минут на 30, как на минут на 30 соду, тальк и все остальное. Еще отличное средство — это лимон и лук. Если вы сделали жирное пятно на светлой куртке, то нужно использовать лимон. Просто разрезаете лимон пополам, и сок лимона впитывается в пятно. Если же у вас темные вещи, черная куртка, то нужно использовать лук. Также разрезаете лук и прикладывайте его к куртке, и чтобы обязательно его сок пропитался, можете прямо оставить лук и немножечко его прижать, чтобы чем больше сока у нас останется, тем лучше. Но если вы не успели сразу же обработать это жирное пятно, прошло уже какое-то время, оно засохло, то тогда в этом случае может нам помочь соль. Мы также немножечко смачиваем нашу куртку, обильно засыпаем ее солью и просто оставляем минут на 40. Также, кроме соли, отличное средство является еще и глицерин. Если у вас нет аптечного глицерина, то можно взять крем для рук на основе глицерина и просто его также нанести на жирное пятно, оставить на некоторое время, а затем уже постирать его вручную. И жирное пятно у вас обязательно исчезнет. Пробуйте разные способы. Я надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Оно было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!